Уже несколько лет волонтерские организации РУДН помогают руководителям и воспитанникам детских домов. Студенты регулярно посещают приюты с праздничными концертами, организовывают субботники, собирают необходимые детям вещи. Подобные благотворительные акции положительно сказываются не только на воспитанниках детских домов, но и на самих студентах. Ведь будущие педагоги, психологи, социологи, политологи и журналисты уже сегодня начинают задумываться над путями решения столь актуальной для современной России проблемы – стремительного роста числа детей-сирот. Благодаря тому, что когда-то в 2002 году студенты приехали к нам, у нас завязалась очень тесная дружба, и с тех пор мы очень сильно дружим. Для меня были очень важны также эти праздники, когда они к нам приезжали, устраивали для нас семейный праздник, просто какую-то волшебную сказку. Дети как-то раскрепощались, и мне это тоже очень сильно нравилось. В рамках концерта для детей-сирот, организованного Советом общежития номер 13, воспитанники приютов смогли познакомиться с традициями разных народов мира, научиться несложным движениям танцев жителей южных стран, увидеть, как выглядят настоящие африканские барабаны и получить ценные подарки. Детям из этого детского дома также хочу пожелать, чтобы они добивались своих целей, ставили их, добивались. И то, что мы являемся сами хозяевами своей судьбы. Виктория Побединская, Дмитрий Михайлович, новости ТВ РУДН.